Следующий исполнитель написал уже немало песен. Некоторые из них наверняка вам знакомы. Он записал несколько альбомов и сегодня принимает участие в нашем концерте. Встречайте! Владимир Волжский, Республика Чувашия. Песня «Белые ночи пермских лагерей». Эта песня вошла в серию пятизвездочного шансона компании «Русский стиль». Встречайте, Владимир Волжский! На приколе, хоть убей, не могу я уснуть, летая на волю. Тянут мысли назойливо в путь, словно белые птицы. Отдалели меня, не хватило и мне. Ночь в глаза мне смеется, белым светом маня. Семилетку вторую я тяну от звонка до звонка, знать в угоду кому-то. Нефартовая цифра моя, а мне бы снова родиться. Да не хочется что-то по правде сказать, да чтоб опять возвратиться, да все с нуля начинать. Белые ночи пермских лагерей, белые ночи пермских лагерей, белые ночи мне напомнили сейчас, как целовала ты меня в последний раз в Петербург. Все наши мечты, а между нами напрочь разведенные мосты. Я друзей не меняю, но давно променяли меня, как еловая ветка. Обломилась удача моя, что со мной происходит. Я гоню с понтом, это вообще не со мной. Всюду зоны, до шмоны, до снова хмурый конвой. Уже дерзкая ветка по утрам нарядилась доской, лес трещит от мороза. И опять с оликами зимой я мне бы на время забыться. Дверь в прошлую жизнь хоть на миг отвори, снять на Невском девицу, да обо всем позабыть. Белые ночи пермских лагерей, белые ночи пермских лагерей, все прожитые годы для меня не бочонок пустой, жизнь напрягом тащила. Как тягач по лежневке зимой, а когда не фартило, я во встречах искал свой наивный покой, а судьба мне рамсила снова свой приговор. Летний день на исходе, а мне опять не уснуть до утра, ночи белые в зоне. И от них не сбежать никуда, раз уж было, то было. Я этапом на лебедь ушел из крестов, чтоб опять возвратиться в мой Питер вечных мостов. Белые ночи пермских лагерей,
белые ночи пермских лагерей. Белые ночи мне напомнили сейчас, как целовала ты меня в последний раз. И Петербург, все наши мечты. А между нами напрочь разведены мосты. Владимир Волжский с песней «Белые ночи пермских лагерей». Почетный диплом, калина красная и цветы. И если есть у вас что-то сказать, вы можете это сделать. Спасибо большое. Сегодня для меня необычный день, поскольку эта песня прозвучала вот в присутствии аудитории впервые. Поэтому я сейчас... уверен, что эту песню услышит не только Москва, но и также Петербург, поскольку она написана петербургским языком и, конечно же, жителям этого города. Спасибо большое. Спасибо вам, Владимир.